Библиотека – главный центр культурной жизни села. Здесь проходят литературные встречи, музыкальные вечера, отмечаются праздники, проводятся творческие мастер-классы. Уже 35 лет беззаветно заведует библиотекой Ольга Кудрина. Каждому читателю внимание. Жители субцеха свою библиотеку любят и посещают достаточно часто. Когда-то вся библиотека составляла чуть более 1500 книг. Стол, стул и керосиновая лампа. У меня в руках паспорт государственной массовой библиотеки. Он нам был дан. Выдан, вернее, в 1945 году. Вот. Такой исторический документ. Люди писали еще не шариковыми ручками, а писали чернилами. Для ребятишек детская библиотека – место интересного досуга. Почитать, поиграть, посмотреть мультфильмы – здесь можно практически все. Работают кружки, проходят викторины и детские праздники. Поздравляем библиотеку «Старожилы» и желаем только прилежных и бережливых читателей.